Запрет хапаки. Сразу тут же его резали, короче. Нифига он жирный, блин. На нахуй. Отойди, Хёрт, отойдите все. Без паники. Продолжаем веселье. О, нормал, нормал. Нормал сейчас это. Нормал ему будет сейчас. Нормал. Сколько раз уже слили? Чё, ещё раз корм? Пока два. Сейчас я заведу ламбушку. Ещё раз его приведу. Рано еще откат, еще дзиг. Сейчас бы ресаря. А еще ресарь есть кого-нибудь? Хёрт, тебе клево пасы, кстати, не дала? Да нет. А чё он говорит? Да у нее там с коксом херня какая-то. Кокс там морозит. Да, аккаунт не давать не хочет, нахуеси. Кино, блядь. На самом деле, мне кажется, ну, он немножко не договаривает. Ну как, вроде как чужой аккаунт посоединять и, блядь, не давать. А чё-то новая темка появилась, порядок расчетов там что-то? Вот, мне кажется, там видишь, пункт, короче, есть типа такой, типа, все услуги оказываемые за неигровую валюту, короче. Кекс, где эти русали? Могут быть ощущения только через... Кексикан стоит. Все, 67-й. Аплю. Грац. Грац. Спасибо. Сразу, когда могу есть, но за второй раз. Баги какие-то, блядь, стали появляться в игре. Че за херня? Суки, охуевшие, блядь, пиздец. Ладно, на запрету. Блядь, пидорская хуйня. Вот когда не надо, так хуй, блядь, они все сагрятся сразу. Вообще они эту русалку увидят, свою подружку. Да, она одна уже запиздила, блядь. Еще раз. О, хорошо, две сразу. Ну две сойдет. Даже без запрета мы. Да он не хочет. Бля, прикинь, реально у него там 50% качано, придет 10 там. Судьба факира ни, ничего, никому, никого пиздец не научила. Пиздец чувство, да, на самом деле. Когда тебя так переливает. Ну, прикинь, вот так вот, кекс можете... почти 70-й был бы такой, 80% такой, бля, приходит 10. Так я слил как так 10%, бля, помню? Я помню, 69-й бля. Apple. Да-да-да-да. Запроводили, да. Бля, бодир, а не опыт корсиканца, чем бодира, бля. А бодир тоже авкает? Да. Блядь, сюда надо... Кстати, Ресни реально бодира, блядь. Да, корсиканец важнее, мне кажется. Хотя можно бодиру Ресни. Ну так, так понимаешь, бодир, он хотя бы это, блядь. Как его, реально видно то, что он качается, блядь. А Корс хуй, наверное, шапнулся и пока. Да они все слитые. Вот чё, блядь, по словам. Не, бодир качается, он вот недавно не, он на русалку сидел, дамажил. Я их ходил. Ну в любом случае, если даже так, они полторашки все делают. Ну тут корсиканцы. О, венгер еще. Оп. Давайте, пацаны, как раз два. Кекс. Жара. Корсиканцы потом вернется на этого, на бадира. О, тут всех застрелю, всех застрелю, пока, блядь. Где он?
Да бля, это. Да вон он в инвизе, сука, я выбью ща. Выбил. Да бля, пожрать не дает, гандон. Его надо не выбить, а выебать просто. Все выебали. Да бля, я просто хаваю. Ой, бадир и красикан одновременно, бля. Встаем, стучи. Давай, красикан, давай. И опять, еще раз давай. Ну мне все, откат. Он забиндил хоть или нет? А, он зачем его биндил? А, бордюр. А сейчас его малыши заковыряют. А он все 55. Че, корсиканец живой? Дайте я уже. Не-не-не-не, только на опыт. Да жахнешь ты, блядь, потом кого-нибудь. Все-таки. В сетке иди жахай. Или крафта веди рецепт. У меня его вышло. Ну ёбаный ты в рот. Не, ну это больнее бедность. Ну больнее-то больнее, но одна все равно. Я помогу. Все, все добивай. Все. Стоящ. Ну, ёбаный раз. Давай. Во, одна только, сука. А одна на бадир. Идеально. О, а чё вы, крышане, тут стояли, что ли, авкали все? Качались, застрелю, качался, остальные авкали. Ну, лурки, бля, не знаю, его назвали. Давай, русалка, давай. Нужно корсиканца перелить, он, видишь, он, у него опыт ценнее, чем у бадир. Бадир вкачается. Мне кажется, у корсиканца не так уж и много вкачано, где он мог много вкачать. Все равно. Да. Максимум за неделю полторашек там, процентов 12. Все равно что-то да вкачано по-любому. Он и на каче постоянно в новой логике. Но они по пятам ходили, правда, не знаю, кто лутал. Нет, он не с пистолем ходил. Блять, мимо проехал. Рез мимо проехал, но я в ПК. Сука. Тупая. Ну давай Корсу звонить. Сургу. Собралась патька, блядь, не спящих нахуй. Паскань, Хёрд. Потом уже как узнаем. Блядь, бадиру пиздец, смотри, сколько мы будем. Давай, запрет. Да одна зеленая точка от ТП бежит. Ну это, наверное, застрелю. Это застрелю. Блядь. Да, я его не забил. Не забил. Супермен. Спешит на помощь. Где, блин, бежать на ХПТ? Все, бодируюсь, не достанет. На опа. Хоп. Ла-ла-ла. Бля, я 30-ка, блядь. Еще нахуй 17-ка, давай. Он на ХП что ли был одет? А, А он умер, а то он у меня стоит просто, я думал, блядь, он в руну встал. Это удобнее даже. Русалку. Ла-лай. Как это называется, группа совета? Это чили, что ли, да? Повторение мать учения называется. Пример, блядь, что нехуй качаться хаосу. Завтра в новостях. Факир столько слил, и чё, и нет, никто нет, не научился. Наверное, больше не качать. Я в пизду сел на джей.
Чердолобы. А, нет. Да ё-моё, это что такое? Косиканс не везет, нужно дальше вести, все тихо. Не спать, суп. Все застрелю из рез по русалок бежит, Салар, пока и сетку. Он тоже хочет так же. А, он нам вот помогает. Он. Выбей из земли. Ну, все, выбей. Он рунит. А, пту. Он нам помочь хотел. Вот строй, сливать. Сейчас убьешь его. Салар, смотри под русалок, не поди, Салар. Я далеко. И строй, строй, сам. Строй, строй, отъедь. Проще пизда. Сейчас как раз, наверное, выйдет с руны. А застрелил его откатиться. А, он релок, блин. Умный парень. Бадир. Ну, да? Бордюр. А кто это такой вообще? Откуда он появился? Я даже не помню, кто это. Бля, я тоже резну красиканца. Давай, Косиканс, наконец-то, блядь. Сейчас строй дадим. Чего одна уйдет? У него руки еще, смотри, 50-е стоят. На точность, критовый. Давайте, короче, Салары ресят корсиканцы, венгры ресят того, этого, бадира. А я уже по ситуации. О, бадир, все, очнулся. Бадир встал. О, бадир проснулся. Походу, дозвонились, походу, слышишь, пизда, пацаны. Венгр ресит, короче, ты первый реснул. Наверное, там аж сердце чуть не остановилось, блядь. Либо кто-то аккаунт выбил ему. Хуй знает. Ой, Вася, ты чё сейчас его? Вот смотри. Русалки по 6 тысяч пробивает него, смотри, под архонтом в 67-м сете. В кексах, блядь, 13 бьет без всего. 12 там. Ты рассказываешь. Ну я видел, просто бежал 12 тысяч, а ударил русал. Да что это слишком много. Комбо, блядь. Три раза подряд на стоп. Монстр килл. Вот, 10, по-моему. Фаталити. Это как мы... Как Маутем сливали тогда, помнишь, Сайла? А мелкая больше бьет кекс вроде. Ну конечно, конечно, она больше всех бьет. Но я говорю, мелкая, наверное, тогда была. Только масса королевы раздамаженной бьет больше. Ну да. Корс готов. Тащи. Не, ну по-любому, если раз качается, значит по-любому не слитый. Да конечно. Полторашки стопудово делают. А чувствую, жерегу бьется, колеса поменять. Че, следующий тур ресы, да, а потом я. Бля, че это они все мимо? А, вот, одна. Соскучилась, милый. Ресу сейчас. Бля. Блядь, не сыть. Почему жизнь не учит людей, блядь? Ну, венгр откат еще хотел, так что может резнуть. Только у меня еще не откат. Ой, дела, блядь. Один день не походил в универ.
Мне тоже не пар нет. У меня есть, я просто, блядь, там такие пробки, что я не дойду. Так, сейчас 15 секунд. Пробки, что я не дойду, блядь. Ну, блядь, я вот там... Я засну в автобусе и не доеду просто на обоста, а потом не дойду. Готов. Неужели так трудно, блядь, резаться все равно с биндом там? Чё, потом кто резает? Потом я? О, Лукея пришёл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кибер, кибер. Отойдите. Сетку ему. На кибера сетку. Да сеть, дай. Ландыши, ландыши. Никто давай, не упал. Короче, венграм, хп. Нет. О, снял, блять. Хп кинь. Ну хп, ну киньте ему уже, ёбаный в рот. Да он и так упадет, блин. Так, киньте их. Все, пиздец. Че вот такие это реально, ебать? Он, кстати, он под русалками упал. Ну да. Ну да. А вот это слиты там, похуй, это вообще окно. Кибер, да, вообще ж не играет, че. Ему похуй. Просто, видишь, отчаянный ребят. За своих горы. Ну хоть так, блин, пакеты вообще бросили. Да за лорд Кибера, наверное, сидит, это сам и застрелю сидит, наверное. Либо застрелю, либо Кипелов какой-нибудь. Да не. Я думаю, сам застрелю сидит. Кипелов не играет, блин, ему похуй. Кибер тоже. Ну Кибер он сливной в любом случае. Бля, он съебался, успел. Да я знаю, я хотел у него русовку ставить. Да я не успел просто, блядь, по его режиму будет. Чё, сейчас кто рисует? Запрет, киньте на красик. Ну я могу резнуть, но у меня тут... Достаточно. Да, в принципе, и так хватит. Чё, кто Тор резает? Так, рез. Потом я... А, ладно, дальше вам бы. Короче, я резаю. Давай я лучше. Короче, я резаю. Ну запрет кинь, сам. А мама, криминал, короче. Блин, баловка что-то хуёво. Бля. Ну, блядь. Строй добил. Он сделал то, что хотел. А, это нормально, слышь, был. Пускай он думает, что, короче, его строй добил. Он сам, и на, не, не на проценты, нахуй. Да не, ну в любом случае ему скажут. Ну скажут, а потом он так... Да он в любом случае зайдет, увидит. Да, потому что он не посмотрит на процент. А, откатывайся. Держи русалку, короче, не откатывай. И побелеет. Кекс, чё? Зайдет и побелеет, блядь. Ну да, да, начинает сразу. Апнулся, блядь. Они все сливные. Как обычно же. Ну-ка, хоть зайду на акро, посмотрю, что пьет. Чуть история сайт Тор, да? Не, я тут что-то. А, не венгер, да? Давай венгер. А потом я, короче. Да что же такие петухи?